Спасибо. Нет, ты знаешь, вот так тебе скажу, подкаблучником быть хорошо. Только тогда, когда, допустим, ну, в каких случаях быть хорошо подкаблучником? Сейчас я объясню, да, они действительно есть, эти случаи. Да, вот. Подкаблучником быть хорошо у той женщины, которая всегда делает то, что ты ее просишь. То есть сосет тогда, когда ты хочешь, дает тебе, когда ты хочешь. У такой женщины подкаблучника быть нормально. Да. Вот и думай. Я, допустим, по шлюхам хожу каждый день. То есть, ну... Ну, допустим, вот так вот, да. Ну, к примеру, допустим, вот... Ты живешь с женщиной, там, девчонкой, да, у нее месячная на неделю, ну, 5-7 дней. Ола, дедуля. Ты ж не будешь, типа, дедуля, терпеть, блин. Привет, привет, братишек. Вот, допустим, у девочки месячная, там, 5-7 дней, да. Вот, и ты, типа, блядь, не будешь, блядь, ну, типа, терпеть столько времени. Да, Сереж, да. Что такое, Серега? А что там такое? Я ничего не говорил. Давай. Я не говорил ничего. Ага. Серега пришел ко мне, болгарку, аккумулятор принес. О, тушенка итальянская приехала. Сидит на цепи у Ролинки старый пес и рассказывает нам тут про шлюх. Чего, блядь? Фу, блядь, каблук проклятый. Слышишь, дружочек, я знаешь, как с женщинами, блядь, обращаюсь? Знаешь, как я с ними обращаюсь, с женщинами? Если мне что-то не нравится, что-то там ляпнет, там лишнего вякнет, я так подхожу, так, ух, блядь. Что так сразу, раз вот так вот, так вот, так, все, поняла, побежала я быстро жрать готовить, ясно? Я сказал.